Здравствуйте, с вами Сергей Попков, канал Школа Mini Warpaint, и мы собираем сегодня шиповник. Сборку мы покажем на примере масштаба L. Для сборки нам понадобится скальпель, шкурки разной фракции, у меня вот такой самодельный инструмент, и несколько видов пинцетов. С изогнутыми губками, широкими, плоскими губками и с острыми губками. Также в ходе работы мы будем использовать инструмент DOTS. Он имеет на конце стальной шарик и позволяет легко и удобно гнуть любые детали. Начальный этап сборки – снятие деталей с платы. Съем деталей производим скальпелем. Как я уже не раз говорил, кончик скальпеля обязательно должен быть острым. Скальпель мы ставим вместо стыка нетравной и полутравной частей и слегка нажимаем для того, чтобы сделать рез. Ничего сложного в снятии растения с поддержек нету, поэтому мы ускорим запись. Теперь снимаем цветы. Мы сняли цветы, теперь поработаем дотсом. Давим, и они у нас замечательно сгибаются под нужную форму. У дотса две стороны с шариками разных диаметров, поэтому по ситуации можно использовать одну или вторую. Цветы готовы, мы откладываем их в сторону и переходим к пайке. Цветы лучше собрать до сборки всего растения целиком, поэтому с этого и начнем. Если на растении вы нашли заусенцы, оставшиеся после съема растения с платы, можно взять его пинцетом и аккуратно подшкурить. Покрываем деталь ортофосфорной кислотой, она нужна, чтобы снять окислы с металла, чтобы припой лучше ложился. Лудим. Берем цветок, мажем кислотой и аккуратно одеваем на штырек на растении. Подпаиваем так, чтобы снаружи осталась часть штырька. Берем второй комплект лепестков, также мажем их кислотой. Аккуратно подпаиваем. Повторяем.
Теперь лудим ветку. Припаиваем цветы на нее. Цветы мы посадили, теперь приготовим штифт. Я в качестве штифта использую кусочки стальной проволоки толщиной 60 мм. Покрываем кислотой и хорошенько лудим. Также лудим и припаиваем. Теперь припаиваем дополнительные ветки. Осталось согнуть ветки. Шиповник готов. Справа для сравнения, он же размера М. С вами были Сергей Попков, школа мини-варпейнта. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить ничего интересного, и ставьте лайки.